С каждой санкцией Барака Обамы в отношении России в Ивановцах прибавляется патриотизма. Поводом для пикета либерал-демократов стала вот эта карусель на набережной, которая заняла место баскетбольной площадки. Аттракцион, по мнению ивановцев, крайне непатриотичный, с американскими флагами и откровенными девицами. По словам партийцев, горожане буквально оборвали телефоны с просьбой американское сооружение из русского Иванова убрать. Мы своим пикетом хотим обратить внимание на данное изображение администрации города, администрации торгового центра, чтобы это ликвидировать в кратчайшие сроки, заменить на что-то более тематическое, что-то более приемлемое. Герои американских мультфильмов в свете последних политических событий тоже скомпрометированы. ЛДПРовцы просят вернуть на экраны советского Матроскина и былинных богатырей. В России есть свои пример для подражания, особенно для маленьких детей. Например, те же самые «Былинные богатыри», «Кот Леопольд», «Кот Матроскин». Я считаю, что можно было на детской карусели сделать детские рисунки, русские детские сказки. К слову сказать, одним из обратившихся к либерал-демократам стал директор гостиницы «Турист». Он считает, что безвкусный аттракцион не заслуживает места в центре города. Коллектив гостиницы и гости возмещены прежде всего тем, что на таком важном месте в городе, на прекрасной набережной, которая была усилиями городской администрации реконструирована, висят американские флаги. Я думаю, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, не нужно по этому поводу много говорить. Горожане активно подписывались под обращением ЛДПР к руководству торгового центра с просьбой аттракцион убрать. Прислушается ли администрация к мнению общественности, покажет время. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.